Невнимательность порой стоит слишком дорого. За минувшие выходные на дорогах области сотрудники ГИБДД зафиксировали почти 1000 нарушений правил дорожного движения. 19 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. За два дня произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек пострадали и один погиб. Подробности смертельного ДТП в Сенгилеевском районе по телефону рассказала старший инспектор отдела пропаганды областной госавтоинспекции Наталья Валуйская. В городе Сенгилей на улице Красноармейской, дом 53, в 8 часов по предварительной информации водитель, мужчина 30 лет, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при движении прямо на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. Под управлением водителя мужчина 28 лет. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 и водитель автомобиля Рено Логан доставлены в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля ВАЗ-2110, женщина 35 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция убедительно просит вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, ведь именно пренебрежение правилами влечет за собой тяжкие последствия.